Большое спасибо всем жителям России, каждому отдельно. Благодарю всех. Кланяюсь в ноги. Просто большая-большая помощь и радость, что нас тут кто-то поддерживает, понимаете? У нас это, вот это бендеры эти просто задавили наш край. Я, например, не боюсь, и моя семья не боится. Мы знаем, что это русские, а русские в людей не стреляют. Гречку, давайте гречку.